приятного аппетита. Прекрасный чай, настоянный на травах. И прекрасный пирог с ягодами. Ты зря с этим снимаешь. Здравствуйте. Я сижу с Жанной. Наконец Жанна пришла ко мне. Мы пьем чай вот с таким вот пирогом. Летом ягоды, ягоды, летом. Ну как тебе пирожок? Пирог. Слушай, с этими ягодами божественно. Ага, с ягодами. Я могу, кстати, еще подсыпать здесь, да? У меня сразу это. Сразу же нет. Ну, ты знакома с его братом, да? Сейчас уже ни с кем я не общаюсь. Я просто несколько вещей посмотрела. Посмотрела. Посмотрела лет 5 назад. Посмотрела, как он елку делает. Кстати, он большой аккуратист. Очень прям у него все такое аккуратненько, молодец он. Очень красиво оформил свой дом. Только вот это я смотрю, все остальное. Сталин, ты имеешь в виду? Ну, он сейчас в новом доме, новая квартира у него. Да. Ну, а до этого у него все такое красивое. И у него, хочу сказать, и антиквариат там, и все такое вообще. А ты знаешь, он супер-пупер. Раньше с Лешей, когда ходил в Москву, вот они приезжали, и они поехали на этот Измайловский, где вот эта вот прогулка. Да, да. И Леша смотрит, ну, как бы с ним и поснимает, чтобы, да? Ну, да. И он говорит, терпеть это старость. Два слова о сервизе. У меня сервиз с такой тарелочкой для десерта, только вот один, видите? Такой вот веселый, с яблочками, как раз деревенский. Ну, вот. Вот такая фирма. Он не очень старый, но и не современный. Вот у нас. Но в следующий раз я девочкам предложу чай из разных, у меня разных, много разных чайных пар. И предложу сверчки, сверчки, сверчки. Но сало нужно перепрятать. Нет, очень приятно такое. И вот этот ягодный, господи. Ты знаешь, в последнее время я так радуюсь. Белые ягодки-то у тебя откуда? Малина. Твоя? Да. Мне, кстати, их больше, чем этих, чем розовых. Я что хочу сказать, а это голубика. Ты видишь, какая крупная. Я просто хочу сказать, что переболевшие вот это, я теперь по-другому отношусь и к жизни, и к людям. Мне как-то все нравится. И здесь на даче я сижу. Вот раньше, когда у меня огород такой был, не ахти, да, какой-то, все, я так переживала, все. А сейчас я хожу все равно счастливая. Ну, что такое огород? А я счастлива, счастлива, счастлива. Хожу и думаю, как здорово, лето, жара. Я даже не огорчаюсь, что жарко. Слышь? Как значит, поют. Завтра жарко будет, если сверчки поют. Да? Mm-hmm. Завтра жарко. А это сверчки или цикады? Мне кажется, это, не знаю, кузнечики. Не знаю. Я не знаю, честно говоря. Кто это, девочки, слышите? Ну, они постоянно А, кстати, действительно, подскажите, кто это у нас интересно, стрекочет? Слышно на видео? Слышно на видео? Я думаю, слышно. Смотри, как они громко. Вот кто это? Сверчки? Нет, сверчки в доме, а это на улице. Кузнечики, наверное. А небо-то какое. Да. Ждем дождя. И так хорошо, я не знаю, как тебе, а я прям, ты знаешь, вот блаженство, блаженство, блаженство. Что-то не в этом году нет моей жабы, которая со мной всегда разговаривает. Жаба, наверное, туда в пруд ускакала. Может быть. Но она всегда поддерживала наш разговор. Может быть, еще рано она в августе как-то появилась. Она тоже блогер. Вас не видно. Не знаю, вас в гриме. А вот, а то за телефоном не видно. Через 5 минут мы начнем прямой эфир. И мы пьем чай. Хотя она уже записалась.
Я слишком долго. Ты записывала когда-нибудь вот эти короткие сюжеты? Да.